известная актерская чета Бурак Азчевит и Фахрие Эвджен воспитывают малыша Корана, которому в апреле исполнится 2 годика. Недавно в своем блоге в Инстаграм Фахрие опубликовала редкие семейные фотоснимки. Нежные и прекрасные кадры сразу привлекли внимание поклонников этой звездной семьи. На одной из фотографий сынишка с любопытством рассматривал снежинки. На другом снимке Коран уже вместе с отцом Бураком Азчевитом с бородой, необходимой для очередного киношного образа. Фахрие подписала фото так: «Первая встреча со снегом». Подписчики актрисы обратили внимание, что у малыша выразительные карие глаза в обрамлении длинных ресниц, как и у его отца. Также заметно, что ребенок Фахрие Эвджен и Бурака Азчевита подрос и сильно изменился. У него появились ровные молочные зубки, а длинные кудряшки ребенка мама решила состричь, открыв ушки. Теперь он с короткой прической. Подписчики телезвезды высоко оценили все семейные фото, написав в комментариях массу теплых слов. Следите за событиями из жизни звезд турецкого шоу-бизнеса вместе с нами и подписывайтесь на наш канал.